Тинькофф и Московский кредитный банк встречаются сейчас на поле МКБ в форме белого цвета, Тинькофф в преимущественно желтого цвета форме, и те, и другие сегодня на поле выходили у Московского кредитного банка. Победа, поражение со счетом 3-4 у Тинькофф. Ничья в матче с РТРС. Счет был зафиксирован 2-2, но очень тяжелые получились поединки для команды. Результат, ну, я бы сказал, не соответствовал ожиданиям этих спортсменов. Считывая явно на что-то больше. Ну, на что больше? Ну, на победу только и рассчитывали. На нее же играли, за ними и пару. Так что... Так что нужно играть и зарабатывать очки. Удар издалека, вратарь молодец. Неплохо держится мяч у Тинькофф. Не зафиксировано здесь нарушение правил. Слишком долго думал валить Тинькофф. Падать ему или не падать. Рядом со штангой прошли. Тинькофф не торопится, хотел я сказать, как Тинькофф, конечно, торопился делать такой диагональный пас через все поле. Пока, по-моему, не могут начать свою игру и те, и другие. Продолжают вести разведку боем, хотя, конечно, команды отлично друг другу знакомы по многочисленным личным встречам в прошлых сезонах. А он будет водить Тинькофф. Паркет, но там пробить не было никакой возможности, а сейчас видимо, что защитник ворот страховал. Ну и ворота, и в первую очередь вратаря. Круто разыграли. О, первый МКБ. Не воспользовались им, сразу получают контратаку, все более открытую игру мы наблюдаем. Давай, давай, давай.
Двух соперников не получается пройти. Развернулся игрок. Чпов. Прервали его проход. Иначе летел прямо по центру, там же находился вратарь. Вынуждены тиньковцы сейчас прижались к воротам. Но... прижатие подобно сжатию пружины. В любой момент готовы выстрелить в сторону чужих ворот. Добивание от МКБ не точно. Подборе. Меньше 2 минут остается в первом тайме играть. Назад Тиньков, здесь чуть не состоялся прихват у МКБ. Для ударов в матче достаточно много, но голевых моментов почти не видели. Разведку боем команды провели. Для этого в первом тайме не зафиксировано. Видимо, во втором тайме начнется уже бой настоящий без разведки.
второй тайм. Отчаянный его ночной. Тинькофф и Московский кредитный банк постарались зарядиться внутри игры. Уверенностью в своих силах в перерыве настраивали клубы исключительно на победу, на атаку. На то, что нет другого результата, кроме набранных 3 очков. Посмотрим, удастся ли такой настрой превратить в реальные позитивные действия. Страумная передача начиталась и защитником, и вратарь уже готов был первый на мяче. Вдвоем против, ну, фактически одного защитника и вратаря выскочили футболисты МКБ. И без труда этот момент заканчивают взятием ворот. 1-0. МКБ таки выходит вперед. Очевидно, действует Тинькофф, но здесь есть того очевидная тоже причина. Не хватает движения. Движение ушло, и поэтому играть стоит в футбол невозможно. Защитники, ну, в принципе, игроки защитники. Вся команда МКБ перекрывала направление движения, вот здесь вот проспала. Вот мяча из аута, и 1-1. Восстанавливаем. Равенство футболиста Тинькофф. Все только начинается. Первый на мяче вратарь. Сразу вбрасывает мяч в игру. Вот от матча уже осталось четверть, 5 минут. Ну, помним, конечно, что последняя минута будет чистой. Лево, лево. Пошли. Вот концовка решит. То есть команда достойна 3 набранных баллов. У нас все сегодня команды очки теряли. За исключением «Русала» они прошли сегодняшний день без очковых потерь.
победа над Дедлайном со счета 2-1, победа над РСО с таким же счетом и 4-3 обыграли Московский кредитный банк. И всех остальных команд не просто не складывается. Нарушение правил непосредственной близости от штрафной. Лучков дам сейчас желтую карточку получить за выброс мяча. МКБ. Финал стандарта на другой перешли. Но и штрафной, и, видимо, угловой не помогают Московскому кредитному банку идти вперед. Но, может быть, так не со штрафного, а с игры. Никто даже не показывал, что собирается набегать на центр. В районе 6-метровой отметки. Тайм-аут берет Тинькофф. Продолжается, сейчас затянул с мяча игрок Московского кредитного банка. И достается он Тинькову, ну как-то очень Тиньковцы на половину поля переходили. Не мудрено, что потеряли мяч по итогу. Удар здесь вратарь должен поблагодарить защитника за то, что страховал его, а тут Пучков уже высокорослый. Пучков выносит мяч головой из штрафной. И почти гол, но не гол.
удар, снова опасно. Все идет. Последняя чистая минута. С другой стороны поля стоит РТРС, внимательно смотрит за игрой Московского кредитного банка. Готовятся они к выходу на поле. Тоже матч против кого проводить. Почти сразу по окончании данного поединка. Поле пас не прошел со второй попытки. Тоже не прошел соперник. Пошли! Угловой. Пучкова. Твердая нога оказалась в поле. Мяч достается. Площадки. Ну что ж такое, уже пора было бы за сколько сезонов проведенных правилам ввода мяча. Уж если большие проблемы, не обязательно с линии вводить, можно вводить в синей зоны. Все. Финальный свисток. 1-1. Один матч остался.